А запах идет. Сбежались все, как мухи на мед. А, да, с какой стороны подойти? С какой? Как же к ней добраться? Какой там запах? Ты что? Кузя. Там. Кузя, очередной заход. Давай. Вытаскивай. Макс, по-моему, поймал мышь. Ну, Тёма, ну там чуть-чуть. Ну, она так близко. Ребята, это снова я. Кролик Лёлик. В общем, украл я у Макса колбасу. Решил подшутить над котятами и над Максом. Закинул ее в банку с шариками. И хочу посмотреть, что с этого получится. Будут они ее доставать или нет? Да, запах, наверное, идет. Мне очень интересно, что же они будут делать. Макс не отходит от банки. Наверное, запах колбасы все-таки. Хотя мне так противно. Фу, если бы это трава была, я бы, конечно, полез бы в эту банку. Но так как там колбаса, фу, как они ее едят, эти коты. Фу, и Алиса, он бегает. Ну, что-то Макс обнюхивает. Интересно. А вам интересно, ребята, достанут они или нет эту колбасу? Макс кружится вокруг нее. Ну, Макс, надо, наверное, лапой доставать. Как ты думаешь? Нет, ушел. Эти малыши такие глупые. Уйди, прям в лицо опять. Чуть я постоянно в моем лице это нашел. Что, Макс, не можешь достать, да? Не можешь. А запах идет. Сбежались все, как мухи на мед. Кузи что-то не видно. Мне интересно. И Матильды не видно. Запах же идет. Лапами надо доставать. Интересно, Муся. Никто, что-то они все отошли от нее. А, видно, сейчас такую колбасу делают, что даже коты не хотят ее есть. Я хоть бы раз мне попробовать, конечно, было бы интересно. Но я думаю, что если я попробую колбасу, я просто отравлюсь. Доставайте, она ж там внутри. С этой стороны не подберешься, не. Надо лапкой, вытрушивать сразу шарики. А потом уже и колбаса пойдет. Кузя, голова не влазит, да? Ну, как ребята с вами похитили. Так, банку начал есть. Ага, типа не подходи, моя колбаса. Так, Кузя уже начинает показывать свое лидерство в этой огромной компании, пока не пришел пан Макс. Да, Макс? Ну, пришел. Он мне напоминает вот того кота жирного, который в мультике про Дональда Скруджа Макдака. Ну, Макс, если их голова еще может туда влезть, то твоя точно туда не влезет. Вот, разве что просто посидеть возле этой банки, посмотреть на нее. Не знаю, да, с какой стороны подойти, с какой, как же к ней добраться. Интересно. А там колбаса есть, Алиса, достала бы своему другу колбаски. Не хочешь? Или ты с ним так не дружишь? Ну, как я понимаю, сильно хорошо вас мама кормит. Раз вам колбаса не такая, тут два варианта. Или плохую колбасу выпускают, или вы не голодные. Вот, я хотел бы у зрителей все-таки узнать, что они скажут. Вы просто не голодные? Или плохая колбаса сейчас? Ребята, напишите нам, пожалуйста. Да, Кузя колбасы не захотел, Макс, ну никак в нос не влазит, да? Какие банки с шарики будут выпадать? О, один выпал шарик, осталось остальные выкатать. И тогда, я вас уверяю, вы доберетесь до добычи. Макс, ты такой ленивый. Брать колбасу, запах есть. Ну что делать? Так бы с Максом хоть поделился. Не, Макс, твоя голова туда не влезет, это точно. Ну, так, Макс бросил это дело, ушел, не хочет. Алиса, может, ты попробуешь? А? Тёма уже залез туда вовнутрь. Тёма, покажи, как надо залазить в банку. Нет, сейчас подерутся, а потом покажут.
не знаю, ребята. А колбаска-то пахнет, а колбаска-то пахнет. Ой, как пахнет. Ну, вы один шарик вытащили. Залазь, 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 там есть что поесть. Я вас уверяю. Да, Тёма был очень близок к победе, очень близок к победе. Вот, кстати, и колбаса. Я вам её сейчас близко покажу. Вот она. Ну, ребята, глупые, может, перепутали с цветными шариками, думают, что это еще очередной цветной шарик. Хотя запах же должен, запах должен побороть. Ой, Кузя не собирается подходить. Макс, ты тоже к банке не хочешь подходить? Ну, она так близко. Тёма, ты можешь достать ее. Я тебя уверяю. Ты еще никогда не был так близок к победе, как сейчас. Давай, ну, еще чуть-чуть. Тёма, честное слово. Я вот если и хотел, чтобы кто выиграл, так это ты. Потому что всем остальным, по-моему, все равно. Макс, по-моему, поймал мышь. Макс, это не мышь. Это игрушечная. Муся? Нет. Нет, не победила ты банку. Давай, вот, вот умница, правильно. Шарики сразу надо вытянуть. Шарики надо вытянуть. Вытяни шарики, потом будет все остальное. Рыжик вообще не хочет. Вообще не хочет. Колбасы, наверное, так переел сегодня. Ну, Тёма, ну там чуть-чуть. О, еще один шарик выпал. Лапай, лапай. Муся, лапай надо. Слушайте, старший, зачем тебе эта ёлка? Колбаса в банке. Колбаса в банке, ребята. Колбаса в банке. Колбаса в банке. Давайте, давайте, катайте банку, шарики будут выпадать, и колбаска ваша. Давай, Тёма, Тёма, тебе чуть-чуть осталось, Тёма. Ты хочешь подраться со мной, да? Шишка, зачем тебе? Ты что, белка? Или к тебе пришла белка? Кузя, проба. Давай, там колбаска, там... Ой, колбаска какая. Какой там запах, ты что? Кузя. Там... Вкуснота. 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 Эй, ребята, ребята, был бы я помоложе, я бы по-любому достал. Это еще раз говорит о том, что надо ходить в школу. Ума нет? Кузя, атакуй. У меня такое чувство, что вы белки. Вы не коты. Ну давай за хвостом погоняйся. Хвост же вкуснее, чем колбаска. И елка вкуснее, чем колбаска. Шишки на ней вкуснее, чем колбаска. Ой, ребята, ребята. Ну что, Макс, может, ты одолеешь баночку? Да. Да. Никто не хочет. Никто не хочет банку, никто не хочет колбаску. Кузя, очередной заход. Давай, 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 давай. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Вытаскивай. Не, грызть ее не надо, потому что это стекло, ты все равно его не сгрызешь. А вот шарики вытянуть надо. Правильно, уходи отсюда. Тюму выгнал. Ну. Но если самого не получается, может позвать друга на помощь или подругу? Нет, не пускай. Не пускай. Итак, и сяк. Ну, просто надо шарик выкатить. Кузя, просто шарик выкати один, второй, потом уже будет пространство. Потом будет легче добираться. Кузя в очередной раз пришел к банке. Или к елке, непонятно. К чему он пришел? По-моему, этим котам больше нравятся шишки. Вот. Я думаю, что они думают, что там белка много. Ну, не понимают. Не понимают магавки, что в банке колбаса. Самая лучшая колбаса в мире. Самая вкусная колбаса в мире. Кузя. Ой, Кузя, Кузя. Да. Да, ребята. Я от вас не ожидал. Честное слово, мой розыгрыш не получился. Интересно.
Интересно, а если бы Матильда подошла к банке, получился бы розыгрыш? Ну, Матильда в два раза больше, чем Макс, поэтому думаю, что ничего не получилось бы.